Ребята, всем привет, с вами Гамигал, мы находимся в игре Равенфилд. Короче, ребят, мы находимся на карте, на которой я ни разу не играл. Вот, сегодня мы подбираем оружие, и перед началом видео хочу попросить, подпишитесь, пожалуйста, на YouTube канал, поставьте лайк и напишите хороший комментарий. Буду очень рад вам ответить. Так, сегодня берем Патриот GL улучшенный. Очень хорошо попадает на дальних дистанциях. И у него есть заряд гранатомет. С пистолетов берем наши любимые вот такие вот пистолетики. Они очень крутые. Да, в прошлый раз, когда я играл, я, по-моему, затащил катку и без них. Но сегодня мы будем играть с ними. И Хундру мы заменим, наверное, РПГшкой. Потому что Хундра вроде бы она и хорошая, но... Проблема лишь в одном. Проблема в том, что светлячки очень хорошо отбивают Хундру. Так, нажимаем play. Сегодня батл 300 на 300. То есть 600 человек на карте. Так, все, поехали. Поехали. Пацаны, поехали. Так, я хочу отправиться на лодке. Если пацаны не уедут, блин, а без меня. Блин, пожалуйста. Так, я понял. Ребята, ну сегодня, как всегда, получается пешочком. У меня 4 заряда гранатомета в этом оружии. Вот именно в этом. Вы понимаете, насколько оно хорошее. Это Хундра Патриот улучшенный. Джел. Берите его, если вы стреляете на дальней дистанции и возле вас... Стреляют танки, возле меня сейчас попал снаряд. Это было не очень приятно, но что делаешь, то сделаем. Так, пацаны начали уже кого-то фигарить. Я никого пока что не вижу, мы в каком-то лесу. Лес. Никого не вижу пока. Пока никого не вижу. Вот реально никого не вижу. Ребят, где вы? Ух, нифига там наших через мост бежит. Ничего себе, чекай. Просто их там дофигища. Их там дофигища. Так, валим, короче, прямо туда, куда стреляют пацаны. И сейчас будем сносить просто фейсы. Опа, все, вижу. Немножко повыше берем. Немножко повыше. Килл есть, все, нормально. Мы уже в статистике на каком-то там месте. Прям на большом месте. Так, сейчас мы выйдем на первое место. Так, на каком мы теперь месте? На втором месте мы. Блин, есть кто-то, кто больше завалил, чем я с этими пистолетами. Вы понимаете, насколько тут офигеть умненькие челики есть? Так, мы на первом месте. На втором месте челик убил 7, я убил 9. 9 я убил. Так, все, хватит пользоваться этими пистолетами, мы их оставим на потом, потому что если будет прям жопа... Блин, никого не убил, прикинь. Если будет прям жопа, эти очень пистолеты выручат, если будет недалеко от нас люди бегать. Так, стреляем. Я засуну за дерево, потому что, блин, тут если попадут, то попадут хорошо, я чувствую. Так. Ложу. Все, Равен Lost Battalion. Мы забрали одну точку красных, я так понял. Флаг, у нас 4 флага, все хорошо. Так, смотрим по сторонам, потому что... Где вы стреляете, алло? Где вы стреляете? Так, валим, пацаны, быстро, отряд. Нет. Так, отряд, я уже... Last one. Так, все, фигарим, пока не близко, можно фигарить их. Убил. Опа, вот это хорошее местечко. Нормас, я нашел такое нормальное местечко. Быстрее, они нас прорывают. Ребят, давайте. Фигачим их. Фигачим. Такое бывает, ничего страшного. Так, работаем по ним. Блин, там трупы просто летят, ребят. Ладно, никого пока что не вижу. Вон, вижу вдалеке людей. Но они очень далеко. У меня патроны закончились. Идеально просто. Давай. На каком я месте? Я на первом месте. Я в 2 раза сильнее второго игрока, который на втором месте. Но. Давайте попробуем зарядить снарядик РПГ в кого-то. Вот туда. Блин, я промахнулся, ребят. Прошу прощения, но я промахнулся. Мне нужны патроны, тут у них... БТР, пацаны, БТР. Беттер, все, Беттер взорвали. Я себя же и убил, нет, меня убил Kill and Bill Duke меня убил. Так, я надеюсь, сейчас будет какая-то техника, чтобы я сел на технику и поехал. Пацаны, есть какая-нибудь техника? Техники, как всегда, никакой нету, потому что боты наши любимые всеми просто валят всех. Боты, конечно, боты. Я их всех так называю ботами, потому что, ну, это... Ну, потому что это люди такие. Five Sigma. На втором месте он 10 человек убил. Five Sigma. Так, валим пока что по пустому полю. Я хочу добежать до вот того вот амбара и посмотреть, что там вообще есть. Я вижу очень много наших людей. Очень много наших людей, но у меня такое ощущение, как будто вот тот амбар, который находится наверху, там флаг красных, и если так и есть, мы выигрываем на 100 человек, вы понимаете, на 60 человек мы выигрываем сейчас красных, и это не может
не радовать. Я никого не завалил, значит, на той стороне никого нету. Так, сейчас мы здесь прыгнем, попробуем на парашюте приземлиться. Ага, приземлился на парашюте. Ладно, плывем. Блин, мы очень-очень-очень что-то быстро выигрываем. Прям очень быстро выигрываем. Вон я вижу, красные бегут снизу. А, это синие, это наши. Все, мы почти завалили их, ребят. Мы почти их завалили. Так, наши бомбят с какого-то оружия, я не знаю. Вот, это наши стреляют. Наши стреляют с таких оружий. Это арта или что-то наподобие, но самое главное, что мы выигрываем. Я бегу на ту точку, бегу именно на ту точку, чтобы помочь нашим ребятам завалить вот этих 15 человек, самых крутых, которые остались там, я так понял, да? Да. Так, бежим. Так, у меня патрончики есть? Да, есть, все, чики-бамбони. Ребят, еще раз попрошу, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк и напишите комментарий. На комментарии, вот, комментарии самое больше люблю. Прям обожаю, я вам обожаю отвечать на все, что вы пишете. Так, ладно, бежим. Блин, наши пацаны просто валят всех. Просто всех на износ валят. Один человек остался, все, Виктори, мы выиграли. Мы выиграли, и это очень хорошо. Это не может не радовать, да? А в кого вы стреляете? Еще остались живые? Живые еще есть, и мы их сейчас покромсаем. Сколько людей живо? Блин, вот бежит. Все, минус. Сколько еще осталось живо? Живых кто? Сколько осталось? Я видел. Вот здесь, челик. Челик здесь под домом. Под домом. Блин, он под домом здесь. Где ты? Вы же видели тоже по-любому. Ага. Где-то здесь стреляются, я не пойму где. Ага, все, пошел. Как залазить по лестнице? Я застрял. Все, залезаем. Привет, мой хороший, здорово. Минус лол. То дохлый валяется. Дохлый. Да. Так, залазим еще выше. Блин, ну наши тут просто поработали хорошо, ребят. Просто хорошо. Просто идеально наши поработали. Блин, не надо было нажимать. Надо было нажимать, когда флаг мы бы захватили. Тогда надо было и нажимать. Ладно, ребята, это была игра Raven Field. Была вот такая вот прекрасная карта. Рекомендую вам на ней поиграть, потому что вот этот лес, вот эти все поля, вот эти все горы, они очень сильно меня натолкают на игру Battlefield, Call of Duty, такое. Ладно, ребят, с вами был Гамиган, это была игра Raven Field. Пишите, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до скорых встреч, всем пока. Хотите больше таких видосов, просто напишите коммент или в голосовании у меня указывайте.